Добрый день, зрители нашей онлайн-трансляции. В эфире заключительный матч шестого тура женской суперлиги. И сегодня Рязань ВДВ принимает на своем поле столичный «Локомотив». Я думаю, не будет зазорным сказать, что это центральный матч шестого тура. Главный арбитр сегодняшнего матча — Вера Опейкина. Ей помогают Сабина Валиева и Анна Дмитриева, резервный судья Алина Вахрушева и инспектор сегодняшнего матча Ольга Аркадьевна Заренина. Но все может сегодня измениться. Очень принципиальный матч. Последние настрои перед поединком. Он таким и получится. По сравнению с предыдущим матчем. И вот первый удар по ворот. То есть неплохой момент с правого фланга. Прострел получается. Очень опасно. И как хорошо Коровкина сейчас пыталась приручить этот мяч. Снова Навукович, да. Хоть немного. Вот здесь посмотрим фол. Да, действительно. Туриева. Туриева под правой ногой мяч и такой вводящий удар. Пошла вперед, и это стало небольшой неожиданностью для Локомотива. В ее адрес идет подача, да, скидка. Она выиграла борьбу эту, и выиграл борьбу Анны Беломыцевой. Ставил корпус, удар, и... Да, мяч летел долго. Футболистки Рязани ВДВ сумели переместиться. И вот подача опаснейшая. С обоюду острыми атаками. Смотрим, подача идет очень высокая, и мяч только в метке начал опускаться. Да, и опасно, на самом деле, пробивала очень Беломыцева. Фланг Анна Беломыцева, подача с правой ноги в штрафную. Это удар даже получается. И выходе, поэтому, вот, видишь, да. Мне кажется, мяч мог бы попасть в штангу. Еще раз смотрим подачу. И кулаками только играет Широкова. Снова было тяжело Широкова. И вот сейчас опасно. И еле-еле дотянулась Маргарита Широкова до этого мяча. Да, вот прям два раза ее сначала с правого фланга. Ждала на мяч. А вот смотрим мы повтор этого момента, который не успели. Здесь, да. Да. Очень в цвет подходит в форме железнодорожниц. Да, пока с две руки Нелли Коровкина. Может быть, это розыгрыш, да, какой-то. И опасно снова, да, на стандарте. Призывает команду, что пора забивать мяч. Кричать надо. Предвкушение. Гол, да. Анна Синютина. Подача. И в центре защиты Ксения Цыбутович, номер 19. С ней в паре играет номер... Которая появилась. Да, заработала, исполнила. Да, подача, подача опасная. И... Сейчас смотрим повтор. Да, все-таки Колтакова. Элегантно пробросила Машкову между ног, прошла дальше, но и... Карточка, да. Да. Но вот, к сожалению, в протоколе нет у нас желтой карточки. В общем, не будем мы вас обманывать. Давайте будем говорить, что не было желтой, как в протоколе. Пока что написано, тем временем момент у ворот Насенко. Ну, здесь, конечно же, подборье. Кожникова первая. А вот сейчас повтор опасного момента, да. И теперь атаки развиваются через левый фланг, наверное. Да, потому что Федорова, замену. Коровкина. Подача в центр вратарской вновь. Да, Цыбутович там сыграла. И удар, да, опасный удар. Опасный удар. Получается у Илины Самойловой. Пропускает и Купова. И... Подача, но здесь Широкова играет, добивание, и мяч, да, чудо! Вот сейчас, точно чудо, и высшая на замену. Честно, я не понял, как мяч не попал в створ, я уже был готов кричать 1-0. Наверное, какой-то старик Хатабыч оказался на... Ну, к сожалению, зрители сегодня не пускают, но, в общем, где-то он затаился и... За стадионом, да, наверное. Точно чудо, Саша. Смотрим, вот здесь с этой камеры будет очень хорошо смотреть. Да, и вот один... Ряд в сантиметрах, да, наверное. Куда, а вот бьет. У Коровкиной момент, и снова! Тут, да, куда уже делать? Смотрим повтор, да, действительно. Здесь... Весь угол был ближний открыт у Нелли Коровкиной. Стандарт московская команда. Одна Краснова в стенке, и вот Якупова пытается сейчас открыться. Нет, розыгрыш не будет, просто подача, удар! Добивание будет от Беломыцевой. Нет, не получилось. Здесь много, с левого фланга. Да, передача на левый фланг. Она нагружает ее игроки. Там... Тузский Мец в то время. Подача не слишком высоко опять. Но там Кожникова на дальнюю штангу и офсайд. Офсайд, да. Заколдованная Маргарита Широкова тогда, может быть. Здесь Лазарева, да, достанет. Нет, здесь Беломыцева вырвала мяч. Пробил удар в штангу. И... Добивание от... Ох, да, Федорова! Точно заколдованы. Нет, эти ворота точно заколдованы. Маргарита Широкова. Еще смотрим, да, повтор. Да. Добивание. И даже, мне кажется, немножечко облизнула перекладину. Смотрим, удар классный от Беломыцевой. И добивание. Ну, сейчас Кристина Машкова отдает на Якупову во фланг. Якупова под правой ногой, у нее мяч, подача опасная идет. И да, там Маргарита Широкова. Широкова сейчас классно сыграла. Аплодисменты от тренера. А вот смотрим повтор, да, тут
Тут других вариантов у Маргариты Широковой не было. Да, промахиваться было нельзя, потому что Козыренко уже готова была штрафной. И да, себя и... принимает Нестенко на себя этот мяч. Отбивается Рязань ВДВ. Контратака получится или нет. Тут Кожникова. Истекло время. Ждем свистка от Веры Опейкиной. Но нет. Даст еще на время, да. Но все. Ничья фиксируется при тотальном преимуществе Локомотива. Рязань ВДВ добывает очки на своем поле, играя с вице-чемпионом 0-0. Да, и вот что говорится, Локомотив сегодня, наверное, два своих очка потерял, а Рязань ВДВ абсолютно героическими, да, какими-то усилиями, где-то с помощью чуда в каких-то моментах это одно очко зарабатывает.